когда добавят магазин серебра и будет ли он вообще в Stand of 2. Это, кстати, мое видео по разбору, что такое магазин серебра и стоит ли вообще его добавлять. Вот мое первое упоминание о магазине серебра, 2022 год, 19 ноября. И только сейчас разработчики сняли шорт, с которым официально ответили на этот вопрос, будет ли магазин серебра или нет. Напишите в комментарии, как по-вашему должен выглядеть магазин серебра. И все-таки, добавить новую фичу в игру не так просто. Перед этим мы должны решить несколько очень важных вопросов. Нам нравится эта идея, и мы обязательно возьмем ее на заметку. Интересный поворотик случился. Разработчики взяли на заметку наконец-то эту идею. Но совсем недавно, 3 месяца назад примерно, разработчики планировали снять шорт с разоблачением этой темы. Так же, как и с гифтбоксом. Хорошо, что тогда они обратились ко мне, и я все задев. И это очень круто, им реально понравилась идея. Но это не значит, что магазин серебра появится в ближайших обновлениях или появится вообще.